Бисмиллахиррахманиррахим. От имени Центрального духовного управления мусульман России, всех правоверных мусульман республики и вообще стороны мира, я сердечно поздравляю с наступлением благословенного месяца Рамазан 1442 года. Сегодня с закатом солнца начинается Рамазан, первые и ночные молитвы. И в этом году пост Рамазан продолжается в течение 30 дней. Как он будет в этом году? Да как всегда. Потому что пост предписан не только мусульманам, всем посланникам Божьим и их последователям он был предписан. В эти дни и православные христиане тоже соблюдают пост. Он отличается, но все равно это есть обряд, который Всевышний предписал и который является поклонением Всевышнему. У нас сухое голодание. Воздерживаемся от принятия пищи и в световой день, еще до рассвета за 2 часа и до заката солнца, и от исполнения супружеских обязанностей. Но это не только голодание. На самом деле это воспитание, чтобы человек смог найти время подумать, кто он, зачем он, как он живет в этом мире, ради чего он живет. И учитывая не только то, что сейчас пандемия, которая охватила и нашу страну, и весь мир, и новые волны, и волны приходят, во-первых, больным не обязательно соблюдать пост. Или они должны посоветоваться со своим лечащим врачом. Но даже соблюдая пост, это не говорит о том, что ты должен в растяжку лежать в постели и отрешиться от всех дел. Активно жить и посмотреть и вокруг. Любое доброе дело в этом месяце, помощь нуждающимся и бедным, сострадание, проявление милосердия, оно очень даже приветствуется. Оно всегда должно быть, но во время поста особенно. И даже те, кто не смогут соблюдать пост в этом году, за все пропущенные дни может в любое время, осенью, зимой, соблюдать пост столько дней, сколько он не смог соблюдать. У кого хронические болезни, то он, если имеет возможность, должен накормить бедных, неимущих и сирот. За каждый пропущенный день. Любой, кто соблюдает пост, или даже за детей, которые родились в день Рамазан Байрама, даже за них должны подавать милостыню пожертвования бедным, неимущим и сиротам. То есть этот месяц дает нам возможность осознать и прежние прогрешения и проступки, покаяться за них и выпрямить свой путь, попросить у Всевышнего. А голодание – самый действенный из методов воспитания. Так Всевышний устроил. И в то же время это и профилактика для всего организма, и здоровье прибавится. Сейчас люди сколько только методов не испытывают диет, как-то похудеть. Вот вам целый месяц. А когда меньше кушаешь, но больше двигаешься, это и для похудения. И время больше, гораздо больше остается, чтобы подумать. А человек должен быть мыслящим. Это тоже обряд. И тоже поклонение Всевышнему, когда человек думает. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, час времени, потраченный на раздумье о окружающем мире. Как это создано? Кто это создал? Я? Зачем здесь? Оно равняется, может, даже нескольким годам поклонов и поступков.